Аким области Галий Искалиев встретился с партийцами на мероприятии и говорили о готовности к важному политическому событию в жизни страны. Напомним, с 21 октября в Казахстане начинается предвыборная агитационная работа. Представители политических партий сообщили, что к предвыборной гонке местные филиалы готовы. Ответственный период требует большой политически грамотной и масштабной организационной работы. Поэтому все действия и мероприятия электорального периода должны проходить в строгом соответствии с законодательством, сказал глава региона. 5 кандидатов пока зарегистрированы официально. У каждого кандидата у нас в регионе есть доверенные лица, которые работают, продолжать работать будут. И, соответственно, от акиматов районов, области, города, какая информационная поддержка нужна, какая организационная поддержка нужна, я думаю, готовы оказать. Самое главное, чтобы выборы прошли честно, справедливо, без лишних там провокаций. Вся подготовительная работа ведется в стабильном режиме. В этом направлении нет никаких проблем и затруднений, говорят представители партии. Каждый заинтересован, чтобы предстоящие выборы прошли открыто и справедливо. Эти выборы, я думаю, отличаются от прежних тем, что в других условиях сейчас и страна живет, и требования другие к органам власти, вообще в целом. И в этой ситуации я не делю там на сторонников от партии Аманат там, или от других всех партий. Я думаю, все руководители партии, все члены партии заинтересованы в том, чтобы в стране произошли хорошие, положительно позитивные реформы. А с завтрашнего дня в стране начинается агитационный период. Алмагуль Джампиисова, Рустем Ущанов, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.